Расход – это количество жидкости, проносимое потоком сквозь нормальное сечение в единицу времени. Нормальным или живым называют сечение, перпендикулярное направлению скорости течения потока. Количество жидкости можно измерить в единицах массы или объема, поэтому различают понятие массового расхода, измеряемого, например, в килограммах в секунду, и объемного расхода, который часто измеряют в литрах в минуту или кубометрах в час. Массовый и объемный расход жидкости легко сопоставить между собой, зная плотность жидкости. Расходомеры вытеснительного типа позволяют измерить объемный расход жидкости. Расходомер вытеснительного типа состоит из корпуса, в котором выполнена рабочая камера. В камере установлены подвижные элементы, разделяющие рабочую камеру на несколько полостей. Жидкость поступает на вход расходомера, проходит через рабочую камеру, приводя во вращение подвижные элементы, затем поступает на выход. Для измерения расхода нужно зафиксировать время, за которое жидкость заполняет заданный объем, вытесняя подвижный элемент. Погрешности измерения прибора связаны с трением между подвижными деталями, перетечками жидкости. В качестве расходомера вытеснительного типа может быть использован гидроцилиндр особой конструкции или гидромотор. Для измерения массового расхода можно использовать мерную емкость, установленную на весах. Чтобы измерить массовый расход жидкости, поступающей из трубопровода, нужно определить время, за которое масса жидкости изменится на установленную величину. О других способах измерения расхода читайте в статье на сайте. Ссылка в описании.